Правительство России намерено простимулировать граждан к сбережению ресурсов. Уже подписано постановление, согласно которому с будущего года вводится социальная норма потребления электроэнергии в среднем 70 кВт в месяц. Именно столько можно будет потратить, не переплачивая за использование электрических приборов, а также освещение своей квартиры или дома. Те, кто уложится в норму, будут оплачивать расходы по сниженным тарифам, а вот за потребление сверх нормативов платить придется больше. Отмечу, в 7 регионах социальные нормы потребления электроэнергии введут в пилотном режиме уже с 1 сентября. Если это окажется эффективным, то с 2014 года нормативы распространят уже на всю территорию страны.